Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов, их автобиографии. Жан или Жан Ке. Французский художник-миниатюрист. Родился около 1420 года во Франции. Мастер панельной живописи и иллюминации рукописи, то есть в котором текст украшен такими элементами, как рамки и миниатюрные иллюстрации. А также очевидный изобретатель портретной миниатюры. Он считается одним из самых важных художников периода между поздней готикой и ранним возрождением. Был первым французским художником, посетившим Италию и познакомившимся с ранним итальянским возрождением. Я цитирую переводную Википедию. О ранних годах жизни и образования Фуке известно мало. Долгое время считалось, что он был учеником так называемого мастера из Бетфорда в Париже. Но теперь предполагается, что мог учиться у мастера из Жувеналя в Нанте. Где-то между 1445 и 1447 годами отправился в Италию, где попал под влияние римского кварточента, таких как Фра Анжелика и Филарет. В 1450-х годах начал работать при французском дворе, где среди своих многочисленных покровителей считал королей Карла VII и его преемника Людовика XI. По возвращению во Францию, сохранив чисто французское настроение, он привнес элементы тосканского стиля, который приобрел во время пребывания в Италии. Работал при французском дворе, в том числе у Карла VII, казначея Этьена Шевалье и канцлера Юрсена. Ближе к концу своей карьеры стал придворным художником Людовика XI. Его творчество можно связать с попыткой французского двора укрепить французскую национальную идентичность после долгой борьбы с Англией в Столетней войне. Один из примеров, когда Фуке изображает Карла VII в качестве одного из трех волхвов. Это один из очень немногих портретов короля. Согласно некоторым источникам, двумя другими волхвами является дофин Людовик, будущий Людовик XI и его брат. Превосходство Фуке как иллюминатора, его точность передачи мельчайших деталей и способность к четкой характеристике в работах такого масштаба обеспечили ему выдающееся положение во французском искусстве. Его значимость как художника была продемонстрирована, когда его портреты и алтарные картины впервые были собраны из различных уголков Европы для выставки «Французские примитивы», проходившей в Национальной библиотеке Парижа. Многочисленными являются его иллюстрированные книги и миниатюры. В музее Конде в Шантаи хранятся 40 из 47 оставшихся миниатюр, написанных в 1461 году для Шевалье. Также копии великих хроник Франции для неизвестного покровителя, предположительно Карла VII или кого-то еще при королевском дворе. Из-под пера Фуке вышло несколько миниатюр из 5 других книг и 11 из 14 миниатюр, иллюстрирующих иудейские древности Флавия Иосифа в Национальной библиотеке. И, конечно, из самых важных картин Фуке является Миленский диптих около 1458 года, ранее находившийся в коллегиальной церкви Нотр-Дам-Миле. Его портреты маслом Карла VII и Гийома Жувеналя де Юрсена и 6 иллюминированных рукописных миниатюр из числослова Этьена Шевалье и древней истории и фактов о Риме хранятся в Лувре. Ну, так вкратце из переводной Википедии о Жане Фуке, французском художнике-миниатюристе. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.